Я не люблю задавать вопросы, на которые знаю ответ. Ну, вот скажите мне, вы бы хотели, чтобы вас сожгли сегодня ночью? Где ваш племянник? А? Ты думаешь, я поверю, что ты можешь действительно меня поджечь? Давайте проверим. Хорошо, хорошо, псих долбанный. Не делай этого больше. Тогда скажите мне, где он? Что ты с ним сделаешь? Убьешь его. Он получит то, что заслужил. Убийство человека – это тяжкий грех. Ты будешь нести его на себе всю жизнь. Перед тем, как он убивал старика, вы не могли ему об этом напомнить? Он не должен был его убивать. Это вышло случайно. Артур всю жизнь с детства вляпывается в какое-то дерьмо. Да. Значит, вы не знаете, где он, да? Вот жила в лодку барбарка своей бабы!